Июнь продолжается международный фестиваль «Сверкающие грани». Творчество сияет не только в крупных городах, но и райцентрах, оценивают постановки столичные и зарубежные критики. Сейчас на прямой связи со студией директор Карагандинского академического театра «Мускомедия» Амантай Ибраев. Здравствуйте. Скажите, что удалось уже посмотреть? Ну, вы знаете, за эти дни удалось, конечно, очень многое. Хотя, в общем-то, сам фестиваль, театральный фестиваль, форум «Сверкающие грани», он очень мощно, очень гениально представлен во всех сферах. То есть настолько представлена жанровая театральная палитра, что для любого зрителя, для любого критика здесь театрального есть очень много интересов для того, чтобы, в принципе, углубиться в данную проблему. За время посещения в эти дни, конечно, по театральному направлению города Кемерово мне довелось познакомиться со многими. Я очень тщательно познакомился с работой музыкального театра Кузбасса, кукольного театра, и для себя, и для коллег своих мы обсудили очень много, так сказать, конкретных соприкасающихся вопросов. Это главная цель вашего приезда на международный фестиваль? Да, это главная цель, потому что я еще раз хочу, любое знакомство, любое общение, оно дает обогащение, своеобразное обогащение, дополнение к тому, чем ты, в принципе, и занимаешься. Если Карагандинский академический театр музыкальной комедии работает в жанре оперетты и мюзикла, то родственный театр, музыкальный театр Кемерово, конечно, может и представить информацию, и есть чем поделиться, есть чему поучиться, и есть что посмотреть. Конечно, это очень полезное участие в этом фестивале-форуме. Тем более, буквально вчера состоялось очень плотное, тесное знакомство с кукольным театром города Кемерово имени Гайдара. То есть это настолько интересный коллектив, что в структуре нашего театра тоже есть детский кукольный театр, что много интересного. И, кстати, контактирующие на перспективу, то есть для себя и с руководством этого замечательного детского коллектива, я уже определил. Спасибо, да. А готовы ли вы приехать в Кузбасс с труппой и показать что-то грандиозное? Я хочу сказать, что город Кемерово отличается очень трепетным и нежным отношением к театру. Зритель настолько здесь чувственный. Вчера я вот буквально побывал на генеральном прогоне уже практически сдачи спектакля музыкального театра Кузбасса по произведениям Теревердиева. Жанр немножко, конечно, отличается от привычного жанра. Сама подача, форма спектакля. И очень много интересов для себя взял, потому что мир движется в сторону очень большого, так сказать, театрального прогресса. И данная форма, она тоже представляет интерес для того, чтобы зритель увидел сценическое действие, музыку, театральные действия. Практически соприкасаясь со словом, с музыком, и для того, чтобы практически ощутить себя... Ждем в гости. Спасибо огромное.